Так, друзья, всем привет. Значит, видео о том, возможно ли использовать прикормку на толстолоба, использовать на мирную рыбу. Здесь у нас компоненты — это мука, гороховая мука, кукурузная, сухое молоко, крахмал и мед. То есть это все вымешано. И вот с них я делаю такие вот брикетики. И сейчас это все попробуем отправить под воду и посмотреть реакцию рыбки на вот такую смесь из муки, всевозможных муки, там гороховой, кукурузной и тому подобное. Так что, друзья, хочу посмотреть, есть ли вообще смысл добавлять в прикормки какую-то муку, там сухое молоко, либо же крахмал. Так что смотрим, кому интересно подводное видео. Сейчас вот опускаем камеру вместе с брикетом и посмотрим, что получится.